просто гениально, что я тебя встретил. Можешь меня подменить на одной халтуре? Ты крутой режиссер, ты из чего угодно сделаешь сильную вещь. М? А жанр какой? Глубже. Ну, деньги-то тебе нужны. А что, со стола начинаем? Конечно, сначала обязательно за столом. Просто втроем. Вы и я. Это типа репетиции? А кто он вообще? Вот. Давайте немного откатимся назад. Роман Петрович, вы репетируете уже полгода. Стоит ли вам продолжать работать в нашем театре? Мы больше не можем давать вам денег взаймы. А если 1000 рублей? У вас нет никакой работы. А 800? А что у вас течет? Что течет? Все течет. Все меняется. Я хочу увидеть всю жизнь сейчас в глазах. Мы с женой смотрели это потрясение. Как Тарковский, только интересно. Весь мир ждет от секса глубины. Когда мы с бабушкой впервые увидели ваше порно, я сразу понял, это круче любого стартапа. Я же просто порно снимаю. Не просто, а глубокое порно. Я реально мог лучше сыграть, если бы конь не заржал. Начали! Кто наши враги? Спросил я недавно себя. Что я себе ответил, могу сказать точно. Это был ответ. Я просто человек с безупречной репутацией. Что важно в сексе? Так. Интересно. А вы вот посмотрите на этих неозабоченных. От них ведь можно ждать чего угодно.